Смотрите, здесь, в принципе, еще с прошлого курса я помню слабость L5. Это уже много лет, да, у вас? 3 года. 3 года идет это самое, какое-то нарушение. Я смотрю, какой я могу, как, откуда я могу воздействовать. Очень хорошо воздействие идет с L4. Вот здесь. Вот. Вот эту точку. Теперь я хочу эту точку поддеть. Мы сделали несколько движений. Я увидел, что она вроде бы улучшается и сразу уходит. То есть я хочу перейти на немножко более высокий уровень воздействие. Чуть-чуть сильнее. Можно воспользоваться ремнем для того, чтобы создать противотягу. Окей. Наклоняемся. То есть за счет контртяги подушка, конечно, должна быть чуть побольше, чтобы не давила. Нормально, да? Я могу, конечно, таким образом могу достичь намного большего сопротивления и возможности воздействия. Клиент тоже вот такой. Вот, этого стоило. Окей. Поэтому мы очень хорошо. Понимаете, опять же, ожидать того, что мы сейчас можно выйти, понятно, что что-то крутит этот позвонок и куда-то его уходит. Они уже так присели, эти позвонки, что даже если мы освободим там, не знаю, мочевой или матку, или что-то, кишечник, что-то, что влияет на этот позвонок и выкручивает его. Это может быть через несколько месяцев организм как-то восстановит и все. А нам это нужно сейчас. Почему? Потому что без того, что работает L5, большинство мышц не будут функционировать и показывать нам нормальную картину. Нам нужен этот L5 сегодня для того, чтобы понять, как работают сети, как работает TFL, как работает Gluteus Max, как работает Gluteus Maximus. То есть все те мышцы, которые получают оттуда информацию, они нам нужны как мышцы рычаги для того, чтобы спровоцировать определенные участки на туловище, для того, чтобы понять, какая проблема там. Либо, если вы можете поставить руку, прослушать и понять, куда это ведет, нет проблем. Но если мы делаем кинезиологический тест, и нам нужно через мышцу выйти на какой-то участок, нам нужно, чтобы эта мышца была сначала иннервирована. Нам нужно сначала открыть этот вот участочек. После того, что мы открыли, мы можем, это даст мне какое-то окно, возможно, которое позволяет мне за этот вот период времени проверить и найти первичные проблемы, не вторичные, первичные проблемы, которые привели к этому состоянию, и воздействовать параллельно и на них, и на этом уровне. Прикладная кинезиология. Медицина будущего.